И стал вот такой я тут в тенечке на даче. И хотел обсудить с вами такой момент насчет справедливости оплаты труда. И вот, допустим, если сравнивать Россию, то я работал на станках с числовым программным управлением, наладчиком. И у меня, допустим, была зарплата, ну, чтобы вам было легче ценить, считать, допустим, 2000 злотых. А оператор, который у нас стоял на станке и работал, выпускал детали, заработал, например, 1500. То есть, как бы, разница была вот такая, ну, примерно, допустим, 500 злотых. Так вот, смотрите, в принципе, я считал, что это, как бы, справедливая такая зарплата была, ну, разница в зарплате. А что происходит здесь, в Польше? А, ну и, к примеру, например, кто-то убирал в этих цехах, занимался уборкой, и он получал еще меньше, допустим, чем оператор, который стоял на станках с числовым программным управлением. Здесь, смотрите, такая ситуация, да, что, например, я стою на операциях, операция на такой, что выпускаю готовую продукцию уже, да, что на, можно сказать, такой на основной, да, операции, и выпускается готовая продукция, которая уже, за которую получают деньги реальные, да. И, допустим, девушка, которая подметает этот цех или там что-то стоит и зачищает, ну, буквально там, не знаю, минимальная такая работа, которая не требует больших усилий и физических, и вообще эмоциональных, там, умственных. И получается так, что получает она минимальную зарплату, и получаю я минимальную зарплату. Или вот, допустим, я смотрел там блогеров, которые снимали о заводах. Допустим, берут девушку и парня, да, на работу, мужа с женой, к примеру, да, и они стоят вдвоем на линии и делают, в принципе, одну и ту же работу, что он, что она, и они получают одинаково, да. В принципе, это как бы логично и справедливо, да. Но если берут на завод парня и девушку, там, мужа и жену, она стоит там на конвейере, там, допустим, делает какую-то легкую работу, а он грузит там по 30 килограмм ящики постоянно целый день, и домой приходит вообще изнуренный, так сказать, и уставший, да, и получает одну и ту же зарплату. Вот как раз таки о такой справедливости, да, оплаты труда. То есть мое мнение такое, что оплата труда в Польше, она несправедлива, да, несоразмерна. Да, можно сказать, что сравняли многих под одну гребенку и плотят всем одинаково. Вот такое мое наблюдение и размышление об этом. Не знаю, скажите, напишите в комментариях, как у вас с работы. У вас такое же происходит или нет? Считаете ли вы, что справедливо оплачивается ваш труд в Польше или нет? Или вы считаете, что все-таки это неправильно, что, допустим, мужчина, который выполняет физическую работу, и девушка, которая проверяет качество продукции, допустим, и должны получать одинаково все минимальную оплату труда. Вот такая тема видео сегодняшняя. Все, жду ваших комментариев. Также, кому понравилась эта тема, поставьте лайк. И подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали. Все, всем пока.